Снегопад оставил след не только на улицах Тобольска, но и отразился на уровне воды в Иртыше. За сутки он вырос на 16 сантиметров и сейчас составляет почти 2,5 метра. По словам специалистов, эта цифра не критичная. Уровень воды находится в пределах нормы. В целом, интервал ожидаемых значений уровня весеннего половодья реки Иртыш по пункту город Тобольск составляет 580-720 сантиметров над нулем поста. В прошлом году наивысший уровень составил 630 сантиметров. И применительно к городу Тобольску приемлемый уровень воды – это до 7 метров. Специалисты ведут ежедневный мониторинг и заблаговременно принимают необходимые меры на случай большой воды. По данным специалистов, начало ледохода ожидается с 10 по 20 апреля. В прошлом году лед на Иртыше тронулся 15-го. По многолетним данным, самый ранний ледоход был 6 апреля. Но бывали случаи, когда лед на Иртыше пошел и 11 мая.